Итак, мы с вами обсудили главную роль смерти Христа и воплощения Христа, и смерти Христа. Она связана с обожением человеческой природы. Но остается еще определенная проблема, как вот теперь человек вот эту вот обоженную, исправленную человеческую природу усвоит, как эта природа может быть передана человеку. И здесь первейшую роль играет церковь. Владимир Лоский таким образом пишет. «Дело Христа относится к нашей природе, которая больше не отделена от Бога виной Адама. Это некая новая природа, обновленная тварь, которая появляется в мире, некое новое тело, чистое от всякого прикосновения греха, свободное от всякой внешней необходимости, Отделенная от нашего беззакония, от всякой чуждой воли, драгоценную кровью Христа. Это церковь, чистая и нетленная среда, в которой мы достигаем соединения с Богом. Это также и наша природа, как введенная в тело церкви, как некая часть тела церкви, в которое мы врастаем крещение. Очень важно. Смотрите, Христос приобрел вот эту вот новую или обновленную природу. Но где она сейчас? А где она хранится? Ответ, ну, Лоски очень удачно сформулировал эту идею, эта природа хранится в церкви. Эта природа является церковью. И через присоединение к церкви... Человек получает новую, обновленную, обоженную Христом природу. Это, кстати, обозначает, что без присоединения к церкви, без присоединения к православной церкви, да, с православной точки зрения, никакого спасения быть не может. Если человек не крещен, если он не врос в тело Христова крещением, откуда же у него возьмется новая природа? И откуда же тогда будет какое-то обожение и спасение? И поэтому церковь играет огромнейшую роль в православном понимании спасения и огромную роль играет в православной жизни. А, также как так что, как сказал один православный в дискуссии а, с протестантами, ваша вера личная, а наша церковная. И мы некоторое время с вами посвятим обсуждению церкви, обсуждению роли церкви, функции церкви в человеческом спасении. Но прежде чем мы заговорим, собственно, о функциях церкви и взаимосвязи церкви и спасения, нужно чуть-чуть обсудить нам с вами вообще, что такое церковь и какими характеристиками обладает истинная церковь с православной точки зрения. А здесь, может быть, проще всего систематизировать наше рассуждение, если мы вспомним некий константинопольский символ веры, верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот эти вот характеристики, единая, святая, соборная и апостольская, они отделяют церковь истинную от всего остального. А любопытно, что если вы будете читать протестантские учебники, ну, не знаю, ну, Маграта, например, его книгу о христианском богословии, то в главе о церкви вы встретите под «единая», «святая», «соборная», «апостольская». Так что и протестанты в рамках этой же модели описывают церковь. Просто в одни и те же слова могут вкладываться несколько разный смысл. Поэтому нам важно понять, когда православные говорят о церкви, что они под этими характеристиками подразумевают. Итак, первая характеристика – единство. Ну, во-первых, единство воспринимается православными как ответ на так называемую первосвященническую молитву Христа. Помните Иоанна, 17 глава, когда Иисус молится и говорит, да будут едино. И логика здесь простая. Если сын попросил отца о единстве своей церкви, то, конечно же, отец ответил на эту молитву о единстве, и, конечно же, церковь стала единой. И поэтому истинная церковь – это обязательно единая церковь. Что для православного значит единство церкви? Ну, прежде всего, единство ⁇ это единое учение. И я напоминаю, что единое учение для православных прежде всего воплощено в обязательном принятии догматов, решений семи Вселенских соборов. Это центр учения, поэтому православную церковь иногда называют церковью семи соборов. Ну и, конечно, сопутствующих элементов тоже. И второй важный момент. Единство церкви для православных выражается в единой организации, в единой организационной структуре, которая воплощена в епископате. В православной церкви есть епископы. Так вот, общение епископов, взаимное признание епископов, вот эта вот епископская структура церкви для православных, она зримо, видимо выражает единство. Там, где епископ, там и церковь Божия, почему, собственно, про епископство мы говорим, там, где епископ, там и церковь Божия, это мы читаем еще у Игнатия в начале второго века, и вот это вот связывание церкви с епископом, невозможность бытия церкви без епископов, фактически приводит к тому, что вся структура церковная, она или так, или иначе рассматривается в контексте положения епископов. Так вот, епископы, принадлежащие к одной видимой организации, признающие друг друга и обеспечивают единство церкви. Богословско-практически это единство церкви выражается, знаменуется так называемым общением в таинствах, когда все принадлежащие к одной единой церкви вместе разделяют Евхаристию. Поэтому, кстати, православный не может пойти причащаться к каким-нибудь еретикам, а, иначе какой же он православный? Православный причищается только в православной церкви. И вот это совместное участие в таинствах, оно как раз знаменует в православии единство. Следствием такого понимания церковного единства является отказ признать церковью всех неправославных. Ну или даже чуть более грубо, отказ признать церковью всех не непод... принадлежащих, ну если говорить о России, к московской патриархии, канонической церкви, присутствующей на этой территории. Поэтому для православных не церковь не только протестанты или католики, но даже и другие православные, не находящиеся там в юрисдикции Московского патриархата, ну, находящиеся здесь, в России. Так что реальная настоящая подлинная церковь, спасительная церковь, она с православной точки зрения чрезвычайно мала. Возникает вопрос. Можно ли спастись за пределами Православной церкви? Здесь есть остроумный ответ Илариона Алфеева, который возглавляет отдел внешних связей Московского патриархата. Однажды в какой-то зарубежной командировке ему задали этот вопрос: может ли спастись неправославный человек? И он ответил, что вне православной церкви спасение невозможно, но Бог всемогущий. Так что вот мягкий вариант ответа такой существует. Ну да, по всемогуществу Божьему мало ли, но в норме спасение только в православии. А некоторые более радикально настроены, особенно вот фундаменталистские круги, помните, мы о православном фундаментализме говорили, фундаменталисты убеждены, что за пределами православной церкви никакого действия духа святого, никакой благодати вообще ничего нет. Четкая граница. А либералы в основ... иногда допускают какую-то жизнь, какую-то возможность и за пределами православия, и, может быть даже допускают церковность чуть более широкую, чем там видимая граница церкви. Но в норме, да. Спастись вне православной церкви невозможно, ну да, Бог всемогущий. А здесь, правда, есть некоторые такие исторические проблемы, и проблемы заключаются вот в чем. Представь, допустим, во время революции произошел раскол. Было ну, был целый, целый ряд расколов, ну, такой яркий раскол. Это церковь Московской Патриархии и Русская Православная Церковь за рубежом, РПЦЗ. И в течение нескольких десятилетий эти две ветви существовали независимо и не признавали друг друга, и обвиняли друг друга в ересе, и поливали грязью, и потом в 2007 году соединились. Возникает ну, любопытный вопрос. Хорошо. На протяжении этих десятилетий где была та единая истинная церковь, в которой собственно человек принимает спасение? Она была в РПЦЗ или она была в московском патриархате? Исторически много сложных процессов, много расколов, много вот таких вот споров. И даже сам раскол порождает определенную проблему, пусть даже не уврачеванный раскол. Ну, например, в XI веке вроде как поссорились западная и восточная церковь, хотя мы говорили, конфликты были до этого, и не все однозначно еще долго было после этого. И вот живет где-нибудь в Испании какой-нибудь э, э, крестьянин, ну, который принадлежит к западной церкви и который не в курсе, что там в Константинополе поссорились. Он еще в единой церкви или уже не в единой церкви. Он в этой Испании еще лет 300 может прожить, не подозревая о том, что там в Константинополе происходит. Православные пытаются сказать, что при разделении происходит медленное отмирание отделившейся ветви, но это не очень понятный процесс. Все-таки, да, где, где здесь единство, если оно уже не, его нет? А церковь то ли есть, то ли нет, то ли медленно отмирает. То есть в теории очень красивая картинка. В теории все совершенно просто. Одна Христос помолился, одна церковь создалась, вот она видимая организация, и все. Но как только заходит речь об истории, возникают сложности. Что касается протестантов, их взгляда на церковь, на единство церкви, то протестанты скорее ожидают исхотологического единства. То есть подлинное, реальное единство церкви, ну, с точки зрения большинства протестантов, проявится, когда Господь заберет свою церковь к себе. А сейчас же в земном странствовании у церкви, ну, неудивительно, что много проблем, связанных со слабостью и греховностью. Также мы должны понимать, что в земной жизни не все претендующие на то, что эта церковь является церковью, так же как в разных конфессиях не все претендующие на то, что они верующие, действительно являются верующими. Так что здесь ну, несколько разные ожидания у православных и протестантов. Протестантская модель может быть не такая четкая и яркая. Но, по крайней мере, и не порождает вот таких практических проблем, как православное представление о единстве. Следующее качество церкви – церковь святая. Здесь мы не будем очень много говорить, потому что церковь свята святостью Христа. И здесь нет каких-то больших различий во взглядах там, восточной или западной церкви. Следующая характеристика церкви – церковь является соборной. Мы уже… Немного вспоминали этот термин, но произносили его чуть-чуть по-другому, кафолической. Если читать символ веры не по-русски, не в традиционной русской записи, а в греческой, то верую в единую, святую, кафолическую, ну или католическую, и апостольскую церковь. Чтобы не было путаницы вот этим сложным словом «кафолический», который изначально, помните, значит «всеобщий», и потом в православии толкуется как «обладающий полнотою», то в русском переводе нашли ему эквивалент и стали называть церковь, вот обладающий полнотою, «соборной». А, правда, это потом дальше в истории церкви породило специфичную проблему, потому что русское слово «соборный» звучит созвучно со словом «собор». И поэтому некоторые считают, в православии некоторые считают уже исходя из русского слова и русской этимологии, что соборная церковь ⁇ это церковь, которая собирается на соборы. И очень часто даже можно встретить православные рассуждения о том, что необходима какая-то демократия, иначе где же церковная соборность? Но, вообще говоря, связь определенная есть. Потому что помните кафоличность церкви? Кафолическая церковь – это та церковь, которая во всей своей полноте обладает всей полнотой истины. В ней всегда вся полнота истины, жизни, спасения представленная. И поэтому как бы весь церковный народ в целом является выразителем этой истины, но не обязательно выразителем являются какие-то отдельные люди. Тем не менее, вот в русском богословии произошла некая трансформация, и опять-таки в зависимости от того, с кем из православных вы общаетесь, кто-то будет помнить старое значение слова «соборность» как кафоличность, как некая полнота жизни, истины и спасения, а кто-то будет говорить о новом смысле, как о соборности, как о каких-то, может быть, даже почти демократических формах управления. Кстати, никаких демократических форм управления в современной православной церкви нет. Если еще несколько лет назад они были, то новый типовой переходской устав все элементы демократии из православной церкви удалил. Теперь, как решил епископ, так все и будет. Так вот. Соборная церковь, истинная церковь ⁇ это церковь, обладающая полнотой церковь, как Тело Христова. Это может быть не такой вот зримый э, признак, но тем не менее важный для осмысления церкви. Поддержите тв семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И четвертое качество церкви, чрезвычайно важное, это церковь апостольская. Верим в единую, святую, соборную или кафолическую и апостольскую церковь. В чем проявляется апостольская характеристика церкви? В православии обычно это связывают с так называемой апостольской преемственностью. Чрезвычайно важная идея, часто употребляемая в контексте споров с протестантами, православные говорят, наши епископы имеют прямую преемственность от апостолов. То есть Апостолы рукоположили первых епископов, те рукоположили вторых, те третьих. И так существует непрерывная цепочка рукоположений до каждого епископа православной церкви. И из-за этого эти епископы настоящие епископы, и церковь с этими епископами настоящая церковь, и таинства, совершаемые этими епископами настоящие таинства, а все, что за пределами вот этой вот непрерывной цепочки рукоположений, то и не церковь вовсе. Кстати, баптисты иногда попадаются на удочку, да, и пытаются доказать, у нас тоже есть преемственность и через католиков. А потом через минонитов, а Меносимос был все-таки рукоположен в католической церкви, а потом через американских баптистов, через Оникина, поведовавшего в Германии и рукоположившего Павлова, и вот так вот пытаются цепочку рукоположений проследить. Православных это не впечатляет ни капельки, потому что для того, чтобы цепочка реально существовала, нужно рукоположение по апостольским правилам, ну это по крайней мере подразумевает рукоположение как минимум двумя епископами, а не кем-то там не миссионером, он неконным где-то, да, с апостольским пониманием рукоположения и в мире с апостольской церковью. Только рукоположение по апостольским правилам с апостольским пониманием и в мире с апостольской церковью создают вот эту вот цепочку и определяют границы церкви. Вообще говоря, у католиков есть что-то очень похожее на эту цепочку, потому что у них правила исполняются, порядок есть, преемственность есть. Поэтому, кстати, иногда и возможно, например, принятие католиков в православную церковь, даже без крещения и миропомазания, просто через покаяние, а иногда чуть ли и в сущем сане, был там в каком-то сане, в, в таком перешел. Но это так вот отдельный вопрос. Нам же надо разобраться вообще в самой концепции этой преемственности. А, как мы можем на нее смотреть? И я думаю, что чтобы нам разобраться в этой концепции, нужно чуть-чуть вернуться к истории. Вообще откуда берется идея вот этой вот апостольской преемственности? Первый, кто ее формулирует, это Ириней Леонский. У Ириней Леонского главная задача, то, чем он занимается, это борьба с мистицизмом, чрезвычайно распространившаяся во времена его служения ересь. И гностики, они предлагали некую совсем иную модель христианства. Они претендовали на то, что они обладают тайным знанием от Христа, которым не обладает остальная церковь. Но тайные знания, на которые претендовали гностики, были э, достаточно странным явлением. Э, там и э... Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета это разные боги. Вот это, есть Демиург, есть много-много ионов. И вот между истинным Богом и Демиургом, творящим мир. И, и, и там не, не так важно для нас вся эта система. И представления о спасении были дичайшие. Важно на то, что они представляли себя как некая альтернатива истинной церкви, создавали аналогичные структуры. И вот Ириней Леонский в полемике с гностиками, он говорит, хорошо, наши епископы рукоположены вот этими епископами, теми вот этими, те вот этими, те вот этими, и вот эта цепочка, восходящая к апостолам. Вот откуда мы получили наше учение. От апостолов через цепочку епископов, он называет их поименно, и до сего дня, откуда взялось ваше учение, гностики? Где ваша цепочка? Как вы можете доказать, что ваше учение – это учение от Христа? И вот в чем важный момент. У Иринея Леонского нет никакой мистики, когда он говорит о апостольской преемственности, у Иринея Ильонского, собственно, все эти разговоры о преемственности нужны только для одного, чтобы сказать, у нас то же самое учение, которое было у апостолов. Если говорить о учении Иринея Ильонского, то это вполне библейское учение, и он настаивает и на важности, и, в общем-то, на достаточности Библии, если читать его произведения, так что, в принципе, все рассуждения Рене Леонского об апостольской преемственности нужны лишь для того, чтобы сказать, что нужно слушать то, что написано в Библии, и ничего нового к этому не привносить. Но сама идея появилась вот этой цепочки, вот этой вот преемственности, и появившись эта идея, ну, осталась в церкви и стало развиваться, и некоторые в последующие идеи так, добавляли кое-какие нюансы к этому. Может быть, самые яркие добавки это прежде всего э, спор э, Киприана Карфагенского уже в середине третьего века со Стефаном Римским. Они спорили о епископстве. Стефан Римский претендовал на то, что как, он, как епископ Рима, епископ столичного города, он обладает большей властью, чем другие епископы. Еще один спор, в котором участвовал киприан Карфагенский, это спор с так называемыми исповедниками. Теми людьми, которые пострадали от гонений, проявили верность Христу, но не были убиты. И из-за своей верности и страданий стали чрезвычайно авторитетными в церкви. И спор был о том, кто должен принимать решения в церкви: епископ церкви или люди, не обладающие должностью, но имеющие моральный авторитет. Киприан Карфагенский отстаивал епископство. Кстати, с ней с его спорами связана идея, что епископство это священство. И если вы помните, Новый Завет епископов там, или пресвитеров никогда священниками не называют, есть всеобщее священство в Новом Завете. И для Киприана Карфагенского, да, вот это епископство, а все, все епископы равны это основание церкви. Теперь первый шаг. Это сама преемственность епископов от апостолов. Второй шаг – епископство, как основание церкви во время а, Киприана-Карфагенского. Следующий шаг – во времена донатистского спора, когда очень многие верующие, в том числе епископы, становились предателями. Ну, точнее, не во времена Донатистского спора становились предателями. При последнем страшном гонении на церковь а в начале IV века многие стали предателями. Потом гонение прекратилось, христианство стало государственной религией, а остались епископы, которые предали веру, они крестили, они рукополагали, как-то они управляли церквями, и возник спор, как относиться к этим епископам, и к тем, которых они там рукоположили или покрестили. Донатисты отвергали такое епископство, ну, как бы церковь в целом все-таки там из экономических соображений принимала и вот тогда возникла идея, что таинства совершаются экс оператора, opera таинства совершаются независимо от достоинства человека, совершающего таинство. И теперь что получилось? Есть преемственность епископов от апостолов и Епископа основания церкви и я про Киприана я не сказал. епископы получают благодать к совершению Таинств, вот что важно для было вот в связи с Киприаном. И эта благодать передается независимо от достоинства участвующего в этом лица. И вот теперь вся структура готова. Есть цепочка, есть передача благодати. И неважно, какие звенья в этой цепочке, главное, чтобы цепочка была. И вот так вот цепочка доходит до наших дней. И на этом православные основывают исключительность, уникальность церкви. Говорят, что вот только их апостольская церковь и есть апостольская. Мы, как протестанты, можем вернуться назад просто во всей этой истории и вспомнить, с чего все начиналось, основание саму рассмотреть. Ириней Леонский не пытался построить какую-то цепочку из непонятно каких людей, с чьей благодати. Ириней Леонский говорил очень о простой вещи. Истинная церковь придерживается апостольского учения. Истинная церковь фактически следует священному писанию. И поэтому если нам нужно рассуждать о какой-то апостольской преемственности, то мы, как протестанты, можем сказать, да, мы за апостольскую преемственность. Но за апостольскую преемственность в смысле в том, что мы придерживаемся того же самого учения, которое было у апостолов, которое мы читаем в апостольских писаниях. Так что у нас разные модели церкви. Для православной церкви это единая структура епископов с видимым единством и как бы, имеющейся преемственности от апостолов. Для нас верующие возрожденные люди, подлинное единство которых проявится эскатологически, а которые на практическом уровне проявляют свою приверженность библейскому апостольскому учению. Но тем не менее, возвращаясь к православию, именно православная церковь для православных – это средство спасения. Как и что там дальше происходит, мы обсудим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.